77-й субботник. Мини-конкурс любительских фильмов. Почему субботник? Я вам объясню. Я уже услышал. Значит, все нормально. Значит, диплом Олегу Завражному за фильм «Пражский град». Диплом Леониду Шнякову за фильм «Речка Чульча». Диплом Тамары Авиловой за фильм «Маленькая мама». Маленький парень. Привет. Диплом Владимиру Сидельникову за фильм «На уроке профессора Емельянова». Уже пропустите. Диплом Леониду Беляеву за фильм «Православная уж тужна». Здравствуйте, Стужна. Диплом Лидии Кондрашкиной за фильм «Легко ли пить солдата». Ну, а теперь награжденные. Призеры. Так, 77-й субботник награждает дипломом третьей степени Лазаря Арончука за фильм «Хорошо». Спасибо. 77-й субботник награждает дипломом второй степени Виктора и Клавдию Карпенко за фильм «История любви». Ну что, девушке не помогаете? Да, девушке не помогаю. Диплом первой степени Константину Гроу за фильм «Есть такой оркестр». Спасибо. Предложили сделать практически невозможно. И диплом благодарственный Геворкян Карен.